стадо бизонов пробегало. Было или нет? Это наши. Там еще остался некастрированный. Кастрированный. И как раз. Сейчас тоже придет. Пойдем собаку накормим сейчас. Ты что, проголодался, что ли? Я тебе так периодически буки там подношу. Умудряется спрятаться. А ты сегодня вообще проспал какую-то чужую скотину? Как ты проспал ее? Тут в елки-палки подхожу, по сеновалу скотина ходит. На. По сеновалу скотина ходит. Ешь. Че ты? Ешь. Я тебе ничего не буду брать. Ешь. Кушай, кушай. Чей-то дрищ тут забрался на сеновал. И его не видно. Думаю, куда он делся? Куда он делся? А он вон чего умудрился. Ну, собака есть собака. Здесь вот он сторожит. А он между рулонов забрался. Туда вон, вовнутрь. Я не трогаю тебя, не трогаю, отойди. Между рулонов туда забрался и там спит. А скотина тут лазит. Ну хорошо, далеко здесь не было. Восемь доходит. Пошел коров встречать. Ну я как, мне жена ходит, встречает. Я только здесь, на нашей улице помогаю. А женщины, они ходят туда на край. Там у них свой коллектив. Обсуждение последних новостей. Профит. Мужику там делать нечего. Утром я только выгоняю. Сейчас покажу. У нас уже закат. Уже солнце садится вон он над горизонтом. Уже красный такой свет. Яркий. Вот она, наша улица. Вот мы скотину выгоняем. Вон там уже женщины на край подались. Все, солнце уже над горизонтом повисло. Еще минут 10 и все. Оно сядет. На улице тишина, ветерка нет. Мошка появилась. Все слышно так хорошо. Скотина еще далеко, еще за деревней, а пастухи идут, кнутами бьют, и слышно. Когда бьет, то получается звук выстрела. Можно понять и определить, далеко скотина или нет. Ну там пошли встречать уже. И главное, воздух такой, такой кислородом насыщенный, насыщенный. Вот здесь вот дальше у нас идет лес сосновый. И все равно вот этот лес сосновый, от него запах до деревни доходит. А когда заходишь в сосновый лес, там столько кислорода, что вот с непривычки даже голова начинает болеть. Ну, мы привыкли. В городских голова болит после углекислого газа. У нас нормально. Сейчас покажу, как схватили. Слышать все. Дети там кричат. Телята где-то наши по буринам лазят, еще не появились.
Ладно, кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Это вот так, наоборот. Подписывайтесь, смотрите мои другие ролики. А нам сейчас еще коров привязать. Да и рабочий день закончится. Уже поздно ночью, по темноте. Все, пока.